Я считаю, что пока вроде идет все хорошо. Потому что хоть дело сдвинулось с мертвой точки, идут перемены к лучшему, идет строительство. Всю инфраструктуру. Я так считаю. Нужно улучшать, да? Да. Нужно строить нормальное жилье, в котором бы хотелось жить, а не то, что сейчас есть. Вы знаете, мы сегодня приехали, я здесь еще ничего не знаю, что у вас есть, чего у вас нет. Но мне пока все нравится. Да, все улучшается с каждым годом, все хорошо становится. Поэтому даже у меня мысли не возникает, что изменить. Все планомерно развивается, дай бог, чтобы все было так. Мне бы хотелось, что если бы проводилась реконструкция в парках, то с первого раза ее проводили, а не меняли компании. И не затягивалось это на 2 года. Медицина, наверное. Да, я тоже считаю медицину. Ну, если для ребенка, то, наверное, побольше все-таки детских поликлиник нормальных. Потому что у нас на Гагарина 17 это просто в квартирном доме, в квартире поликлиника. Вот это хотелось бы изменить. Побольше супермаркетов и всего, детских садов, школ, потому что действительно бывают такие моменты, что не хватает ни мест в детских садах, школах. Много знаю, чего можно поменять. Вы говорите одно, ну, воду надо, воду, думаю, в данном случае сейчас, чтобы нам не остаться к осени вообще без воды, самое главное. Ну, я вам сказал бы, сделали побольше парковок. Да. Вот парковки, да, негде вообще, особенно в центре, это просто, вот, я там просто живу. Дороги во дворах. То есть их нужно, да, посчитать? Сейчас да. Какая ситуация с ними? Ну, их делают постепенно в некоторых районах, и хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась в дальнейшем. Я бы закрыла город, как это было при Советском Союзе. Да, сделали бы въезд. Закрытый. Да, совершенно платный. Верно. Нет, не платный, но только по месту проживания, либо по приглашению, по спецпропускам. Во всяком случае, я бы, наверное, не прислушался к мнению приезжих наших варягов так сильно, как к нему это принято причастно. Ну и занялся бы зелеными насаждениями, как следует. Думал бы, что нужно сажать, когда и как. Знаете, мне не хватает, я приехал с материка, мне не хватает чуть-чуть зелени, да, здесь, ну, травы нету, ну, наверное, полив не отработан, еще зелени не хватает, вот единственное, все остальное тут просто замечательно. Благоустройство пляжей. Чертопа, это самое, пляжи благоустроенного, имеется в виду, чтобы, ну, больше гальки было, Победа, там очень мало людей. Как бы помещается. Благоустройство возле моря. А что, вот оно? Ну, чтобы там дорожек было побольше, освещение. Отношение людей к своему городу. У меня это, ну, чтобы было покультурнее, почище еще.